В рамках республиканской экологической акции «Таза Казахстан» в Кызылординской области стартовал конкурс «Образцовый населенный пункт». Инициированный акиматом области, конкурс проводится дважды в год. Из каждого района определяется один населенный пункт-победитель. На кону 15 миллионов тенге для финансирования проектов благоустройства. В прошлом году на эти цели выделяли около 1 миллиарда тенге. Победившее село закупило 29 единиц техники. Кроме того, с начала июня в регионе работают молодежные трудовые отряды, в которых задействовано свыше 2000 подростков. Жыл сайын осы бағдарламаны жүзеге асыру мақсатында облыс әкімдігінен 144-150 миллион теңгенің көлемінде арнайы қаржы бөліп осы жобаны жүзеге асырамыз. Жобаның мақсаты әлеуметтік аз қамтылған отбасылардың балаларын еңбекке тарту арқылы олардың табыс көзін табыс табу, өздерінің мүмкіндіктерін көрсету.